все. Подходите, друзья, с тех пор, как открыли. Вот он, наш компион Эцио. Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вьери мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари. Си паса тутто иль джорно а бере. Путане! А что, правда? Эцио, давай пройдемся. Да, дядя. Паца работает на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель Ордена Тамплиеров. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных тамплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. Мессер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Вьери дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наемниками как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере 3 человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки — лишь следствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, Фра Джоконда. Знакомо, да? Страницы кодекса. Да. Твой отец нашел и перевел несколько страниц незадолго до... Вот. Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Видишь, как слова переходят с одной страницы на другую? За всем этим что-то скрыто. Какая-то карта. И куда она должна привести? Нам с твоим отцом удалось разобрать на этих страницах отрывки из пророчества. Его записал один ассасин, которому когда-то принадлежала частица Эдема. Его звали Альтаир.
Он говорил, что под землей спрятано нечто древнее и могущественное. И что же? Верно. Мы собираем эти страницы именно для того, чтобы разгадать эту загадку. Позволь, я помогу. Пришло время продолжить дело отца. Мое дело. Я начну со страницы, которую забрал у Вьери. Леонардо расшифрует ее. Бенни, возвращайся, когда будет время, и мы повесим ее на стену. У тебя что-то болит, друг? Бай-бай! О-о-о! Погоди, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Привет, Клаудия! Наш дядя просто козел! Это возмутительно!
Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо, когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать. Если ты приведешь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк, иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги и заберу их себе. Понятно? По рукам. Бонжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок, но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эдсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет и скидка. Что же касается ремонта зданий, о, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей, и твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Бон Вьяджо! Эдсо, мальчик мой, пришло время кое-что показать тебе. Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах, полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал,
но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне. Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. Цены для благородных. Похоже, что вы только выглядите как простолюдин. У меня есть все, что вам нужно. Самые модные художники из Флоренции, Венеции, Сиены и Урбино для своих... Спасибо, что зашли.
Эцио, ты еще жив? Ну надо же! Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все что угодно. Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой, что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Как же в этом разобраться? Ха-ха, ну конечно, почему бы и нет? Вот это мысль! Можешь его сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства? Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! У меня вышло. Иди сюда. Посмотри. Возьми ее. Испытай. Спасибо, Леонардо. Non c'è de che. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... La Volpe. Лис? Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Статенто, амико. У меня высокие цены, но товары того стоят. Я не торгую дрянью. Внимание! Внимание! Самая модная одежда только у портного Балтазара! Заходите к нему! Посмотрите на творение настоящего мастера!
тени его укрытия, нервы его искали. Что? Мой кошель и деньги. Твои деньги. У меня их нет. Вернись. Заставь меня. Ты совершаешь большую ошибку. Довольно. В самом деле, хватит. Может, сдашься? Запрет будет снят только... Верни то, что украл. Я не желаю тебе вреда, так что верни мне деньги, и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имен. Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ла Вольпе. К твоим услугам, мессер Эцио. Откуда ты знаешь мое имя? Ремесло у меня такое, знать все о городе. За этим ты и пришел, так? Верно, мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдет, даже раньше его самого. Кто? Франческо Пацци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима. Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно, дай знать, как будешь готов. И мы пройдемся. А, да. Вот твои деньги. Следуй за мной. Но мы пойдем быстро. Выдержишь? Не сун проблема. Что ты там делаешь? Не отставай от меня! Oh,
мы пришли. В этой церкви у Франческо Пацци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Волпе. Буна фортуна. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Пацци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали.
Мерда, дверь. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил, тебе не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Сансоне! Я вернусь со стражей! Нужно найти выход, или мне конец! Я бегу быстрее, чем он! Оставь меня в покое! Беги быстрее! Он меня не догонит. Да, да, кажется, они отстали. Нужно найти выход. Мне конец. За мной гонится ассасин! Убейте его! Быстро уставить, умри! Так что не рискуй. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Grazie, padre. Bernardo? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтобы никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупы, чтобы что-то заметить.
Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молтобене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которое хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Качественные товары за разумные деньги.
Это Лоренцо с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традиторе! Джулиано, нет! No, in nome di Dio! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Тебе конец, Лоренцо! Все твои родные падут от моей руки! Негодяй! Убийца! Я тебя прикончу! Ты сам во всем виноват! Да сдохнешь и сдохнешь же, наконец! Подождите, пожалуйста! Мне нужна помощь! Ты спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? Сегуми. Я истекаю кровью. Держитесь, сеньор. Я постараюсь поднажать. Безумие! Я убью! Не сомневайся, я смогу тебя уловить. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Так. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Это без меня. Не думай, просто беги. Защити меня. Я еще не разучился обращаться с оружием. Идем. Я с тобой, брат! Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Андиан. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Надо уходить. Ассасино! Безумцы, сумасшедшие! Не бей его! Аджу! Он там, вперед! Боже, я еще не разучился обращаться с оружием. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Я еще не разучился обращаться с оружием. Лоренцо ранили!
Оприте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица, ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой! Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Паци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилы Паццо штурмуют дворец сеньори. Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Франческо Пацци, спаси наш город, Аудиторе. Убей его. Франческо Пацци. Дворянин, выросший в городе, покоренном разбогатевшей семьей Медичи. Из-за этого он с детства ненавидел обывателей, которые пробиваются наверх. В отчаянии он наблюдал, как банковский дом Медичи обходит его собственный, и многовековое влияние Пацци на правительство Флоренции выскальзывает из его рук. Похоже, испанец предложил ему решение. Вместо конкуренции в грязном банковском деле Франческо должен был оказать тамплиерам всего одну услугу, что могла бы навсегда поставить мещан на место. Убить Медичи. Джованни Аудиторе пытался остановить Франческо и арестовал его, но тамплиеры освободили Пацци. Сеньор, я видел... Франческо во главе отряда с обратной стороны дворца Синьории. Боюсь, что он пытается найти другой вход. Иди, пока не поздно. Сделай, что можешь. Исцеляю всех божьих тварей. Подходите, друзья! У меня есть все произведения искусства, которые вам нужны. Широкий выбор. Только на этой неделе, купив три пункта за прикольный опыт... Ты? Почему ты еще жив? Парни, убейте его! Thank you.
Даджу! Там, там! Вон он! Не упустите его! О, мальчик вообразил себя мастером меча. Ты умеешь фехтовать, но мои люди быстро разберутся с тобой. Ты видел, куда он везти? Он там! Ты лишь ненадолго отсрочишь. Стража! Стража! Никто не придет. Мы одни. Maledetto, che il diavolo ci porti! Stammi lontano! Флоренция осудит тебя за то, что ты сделал. Все кончено. Все кончено. Лучше быть счастливым в этой жизни, чем мечтать о славе в следующей. Покойся с миром. Либерта! 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 Пополо! Либерта! Либерта! Франческо! Revolution will be live.